Железная дорога, соединяющая Баку, Ереван и Тбилиси с городом Ленкорань, проходит почти по самому берегу Каспийского, невдалеке от Кызылгашского заповедника, где выводят потомство, зимуют и отдыхают во время перелетов многотысячные стаи птиц. Морская служба старого маяка давно окончилась. Каспий отступил. И теперь маяк встречает поезда на станции Ленкорань. Главная черта в облике уютного маленького города – доброе мирное соседство старой традиции с приметами нынешнего дня. Щедрое на события, и обмен свежей информацией с давним другом занятие не такое уж быстротечное. Ленкорань – один из древнейших городов Азербайджана. В 18 веке он был столицей Талышинского ханства, тихим уездным городком, незнакомым с электричеством и водопроводом. Советская власть окончательно установлена в Ленкоране в мае 1920 года. Ленкорань – центр азербайджанской субтропической зоны. Богата земля ленкоранской низменности, раскинувшаяся между Талышскими горами и Каспийским морем. Не зря ее называют всесоюзным огородом. Ранние овощи отправляют отсюда, прямо с поля, во многие крупные промышленные города страны. Чай из Ленкорани весьма популярен. Он быстро заваривается, дает крепкий настой и очень ароматен. Искусство же угощения чаем ленкоранцы освоили не хуже, чем искусство его выращивания. В конце 1977 года в Талышских горах вступил в действие Верхний Ханбуланчайский водохозяйственный комплекс. Воды нового рукотворного моря позволят повысить урожайность полей в 1,5-2 раза. Древняя Ленкорань в строю бойцов 10-й пятилетки.